Все газеты пишут о пропавшем мальчике, Шоне Марсе. Я встречался с родителями всех жертв убийцы. Но все, что я нашел, телефон и коробка с фигурками оригами. Надо отдохнуть. Очень плохо сплю с тех пор, как убийца снова объявился. Такая влажность, что дышать невозможно. Проклятый дождь. Вы просили сообщить, если я что-нибудь вспомню. Можно зайти? Конечно. Позвольте, повешу. Присаживайтесь. Я кое-что вспомнила. Может, это не важно, но в день, когда пропал Джонни, пришло письмо. Письмо? Что за письмо? Адресованное отцу Джонни. Не знаю, что было внутри, но он прочел его и ушел.
и больше уже не вернулся. И вы думаете, что есть связь между этим письмом и смертью Джонни, так? Что вы еще можете сказать об этом письме? Не знаю зачем, но я сохранила конверт. Ничего ценного. Разве что адрес. Адрес? Напечатан на старой машинке. Может пригодиться. Большое спасибо, Лорен. Что-то узнаю, позвоню. Стойте, я не могу просто сидеть сложа руки, пока вы ищете убийцу моего сына. После нашего разговора я все думала и... Я пойду с вами. Помогу вести расследование. Вы не сможете мне помочь, Лорен. Это плохая идея. Поверьте. Если вы не согласны, я не отдам конверт. Все или ничего. Слушайте, это расследование очень опасное. А телохранителем я быть не хочу. А сколько у вас зацепок, мистер Шелби? Этот конверт может вывести вас на убийцу. Понимаю. Дурацкая идея. Не буду отнимать у вас время, мистер Шелби. Стойте! Вы не такая, как все, Лорен. Что есть, то есть. Я просто мать. Мать, решившая найти убийцу своего сына. Так что, по рукам? По рукам. Оставайтесь, кого вы в машине. Мы напарники забыли, куда вы, туда и я. Что нам здесь надо? Поговорить с Горди Крамером. Крамером? Владельцем Крамер Констракшн? С его сыном. Думаете, он мастер оригами? Пока я просто хочу задать ему пару вопросов. Глупо было приводить сюда, Лорен. Все же я привык работать один. Оставайтесь и ждите меня. Ладно? Хорошо. А я не смогу вам помочь. Непросто будет найти Горди за спиной толпы его охранников. Есть и плюсы. Я нашел себе друга.
никого не принимает. Вали! Смотри, мистер Франклин велит меня пропустить. Я тебе сейчас этот бумажник в пасть собью. Вали! Меня не купишь. Так я до Горди Крамера не доберусь. Надо что-то придумать. Эти амбалы ни за что не пропустят меня к Горди. И где прячется Горди? Наверху. И на страже стоят два громилы. Мне разобраться с ними? Интересно как? Двинете по башке каблуком? Я знаю как! Как только они отойдут, бегите скорее на лестницу! Стойте, Лорен! Мистер Крамер. Сейчас будет прикол. Меня зовут Скотт Шелби, частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня к вам есть пара вопросов. Я бы хотел знать, что случилось с Джозефом Брауном. Пошли вон! Слышите? Убирайтесь отсюда! Что вам надо? Свидетель видел, как маленький Джозеф Браун садился в ваш лимузин. С тех пор его никто уже не видел. Я знаю, что вас арестовали и допросили, но один звонок вашего отца, и дело закрыли. А что вы можете об этом сказать? Он заблудился. Я предложил подвести его. Прибыла полиция. Я объяснил, что произошло, и меня отпустили. Вот и все. Ничего интересного, правда? Ясно. Вы добрый самаритянин, который подвозит детей, заблудившихся в лесу у лимузина. Будьте умницей, придумайте версию получше. Хорошо. Я мастер оригами. Я сажаю жертв в машину, топлю в дождевой воде, потом бросаю на пустыре с оригами, зажатый в кулаке, и орхидеи на груди. А все потому, что
Мне скучно, мистер Шелби. А это оригинальное и необычное развлечение. Вы довольны? Или мне продолжить? Разговор окончен. Уберите его! Вы ввязались в опасную игру, Крамер. Знаете, кто мой отец? Он шевельнет одним пальчиком, и завтра с утра вы не проснетесь. Это вам стоит бояться, мистер Шелби, не мне. Ha ha ha.